прозрачных облаков спокойное движение, как дымкой солнечной перенимая свет, то бледным золотом, то мягкой синей тенью окрашивает даль. Нам тихий свой привет шлет осень мирная. В этом цветнике приметы осени особенно ярки, даже нарядны. А труд человека, вырастившего эти цветы, был повседневным, неприметным. 75 лет Николаю Семеновичу Аникину. Более 50 из них отданы селекционной работе. 500 сортов выведено за это время, и за каждым огромное терпение, тонкая ювелирная работа. Осень. Пора итогов, осмысления прожитого. Письма, десятки, сотни писем. Обращаются за советом, за помощью. И Николай Семенович высылает семена, делится опытом. Ведь опыт становится мудростью, когда принадлежит всем.